Всем привет. Записываем итоги года для отчетов корреспондентов. Называется проект «О мой год». И вот они рассказывают о том, как прошел их год. Но пока не буду раскрывать весь секрет. Там все это будет выглядеть в рамках социальной сети. А вот как, узнаете в нашем эфире. Вот сейчас мы записываем первого корреспондента. Лера Пономарева рассказывает о том, как прошел ее 2015. Привет, это Соня из Одессы. Нет, я не буду рассказывать, как прошел мой год. Ну, поделюсь этим где-нибудь в Фейсбуке, там, в социальных сетях, а участвуют в этом проекте только корреспонденты. А я им помогаю так немножечко. Я вчера ушел с работы в 2 часа ночи, и вот уже 2 часа как здесь. Поспал, приехал сразу. С вами поделюсь обязательно. В Перископе расскажу, как прошел мой год. Надо только подготовиться, все вспомнить хорошенько. Но сейчас все, всем привет. Да что с прической? Нормально, все подстригся вчера. Главный фильм года. Чайк. Чем помогаешь им? Ну, подсказываю. Вот концепцию, это я придумал концепцию социальной сети. То есть корреспонденты, как бы, как и обычные люди, размещают самые запомнившиеся им события года в своей социальной сети, в ленте Фейсбука. Ну или там Инстаграма, или ВКонтакте, где угодно. И потом вспоминают, пролистывая. Нет, Москва-24, это Москва-24, это не Россия-24. Это круче. Лер, ты все уходишь? Слушай, а можно я тебя на GoPro, ну, сниму для себя? Ну не уходи там, постой. Я еще одновременно с Перископом снимаю очередную серию своего видеоблога. Поэтому, ну, в общем-то, даже скорее снимаю серию видеоблога, а потом я со всех камер снимаю. Ты можешь просто то же самое прочитать, ну, на камеру? Последний стендап, не вижу? Ну, можешь последний, да. И последний стендап. Стендап есть, прочитай. Вот таким был мой 2015-й. Надеюсь, ваш прошел не менее ярким. Пусть Новый год приносит только приятные запахи и новости, которым хочется поставить лайк. Класс. Это Лера Пономарева. Одна из самых красивых горячих девушек на нашем телеканале. Прячется и скромная при этом очень сильно. Сейчас мы пойдем посмотрим, как ее раздевают. Разбирают по кусочкам. Я уже сегодня наблюдал один стриптиз небольшой. Телеканал Москва-24. Сегодня в эфире, увидимся вечером. Включайте нас вечером. Вот я сейчас без грима, кстати. Хороша чертовка, пишет. Все снял? Конечно, вся техника. Оливчик-то забыл. Ничего, сейчас придут следующие. Хорошая у тебя вообще работа, да? Постоянно трогать девчонок за самые... По секрету, многие завидуют. Так я в том числе. Ну, еще бы хорошо, если бы только девчонки были, да, ведущими? Да. Это, иногда есть, приходится есть с мужиками иметь дело, в том числе со мной. Ну, такие дела, ребята. Такие дела. Сейчас к нам придет следующая корреспондентка Наталья Имщикова. Будем снимать ее на итоги года.
телеканал «Москва-24», мы записываем итоги года, проект «О мой год». Как к фигурному катанию отношусь? Прекрасно, прекрасно. Аделина Сотникова, мой кумир. Или моя кумирша, как правильно сказать. Так, мы тут на самом деле довольно долго решали, то есть там какой план выстроить, вот видите. Вот сейчас это выглядит вот так, например, да? А я могу чуть-чуть увеличить. Вот раз, уже наехал, видите? Вот так вот. Правда, ну, не особо это можно делать. С Ургантом. Так, где-то он здесь был. Ванька. Где Ванька-то? Ушел. Занятой последнее время сейчас. Корпоративы новогодние. Не застать его. А так, вот он, пожалуйста, рядышком тут постоянно. Ошивается. Заколебал уже, если честно. Ваге попасть в Москву на соревнования. А как помочь? Ваня, ты не хочешь в каком-нибудь проекте поучаствовать, спортивном или музыкальном? С удовольствием поучаствую, только я и спортсмен так себе, а музыкант еще хуже. Кто у вас, Танкина? Что, прическа не понравилась вам, что ли? Кстати, там сейчас идет эфир наверху, видите? Там Елена Силуянова, давайте увеличу. Вот. Это была Лена Силуянова, она сейчас ведет эфир. Чуб, чем укладываешь? Ну так делаю. Ха! Будем учить тебя на балалайке играть. С удовольствием. Ну это у них, вот у нас прямой эфир сейчас идет, да. Вечером я в прямой эфир сяду с 8 часов вечера. Опять до ночи сегодня. Будете со мной ночевать? Можно замуж за меня. Ах, девочка-то моя, где ж ты? Когда ж ты уже появишься-то? Да, сплю лицом в подушку, совершенно верно. Вы что, подглядываете за мной? Я забыл выключить перископ вчера. Как раз смотрю М24, молодец. Я тоже его смотрю всегда. Мне 30 лет. Ладно, ребятишки, увидимся вечером. Может, еще включусь сегодня, так что оставайтесь со мной. Пока!